Всем добрый день. Сегодня 16 апреля 2024 года. Я из Украины. Снимаю вам свой сад. Это у меня древовидный пион. Можжевельник, за ним плетистая роза, нахигуд, сосна компакт джем, сосна фастигиата, она колоновидная, пихта бальзамическая. Дальше идет можжевельник за гибискусом Блюару. За ним идет можжевельник Арнольд. Начали распускаться у нас елочки. Это коника. Это лилипут маленькая. Такой же у нас бордюрчик из шаровидных туек хозери. Сосна Спилберг выпустила свои свечи. Кипарисовик нанограцилис. И в этом году у меня первый раз будут шишечки на этой елочке. Вот их уже так видно хорошо. Там около 6 штук их будет. Может даже больше. Дейзи Вайт. Сандерс Блю. У меня приболела одна ель. Дейзи Вайт. Восточная аурея. Вот это вот все ее шишечки. Кедр европейский. Кипарисовик черемен. Он отсушивает, потом опять нарастают новые побеги. Весной желательно его укрывать. Сейчас такая красавица еле рыдал на штамбе, она у меня. И у нее сейчас одновременно и красные шишки вот такие. И уже пошли приросты красные. Просто такие красавица. Я ее начала стричь уже немножко. Мне не надо, чтобы она сильно большая была. Побеги, которые у нее выпирают, я все обрезаю. Верхушку я не трогала у нее. Еще одна красавица. Ель черная. И вот такие вот у нее кругом свечи. Это все шишки на ней. В прошлом году шишки были, но пыльничков не было. Вот там внутри есть уже пыльнички. В этом году уже у нее можно шишек собирать, семена сеять. Пихта. В прошлом году она уже очень хорошо подросла. Уже центральный побег уже где-то сантиметров 45 у нее вырос. Это бальзамическая пихта. Коника. И вот у меня одна Дейзи Вайт приболела.
Но на ней было очень много солнышек. Я думаю, напал или клещ, или какая-то мелкая тля. Но мы ее уже побрызгали, и она уже начинает по чуть-чуть вот выдвигаться в рост. Пихта. Пихта корейская. Сейчас очень симпатично смотрится мое неваки из сосны Паласа. Сейчас пошли вот такие вот свечи у нее. Кедр европейский, это второй уже у меня. У акракона я в этом году шишек не вижу. У нее в прошлом году их было очень много. Приросты есть, шишек нет. Это у меня сибирский кедр. У него хвоя немножко голубее, чем у европейских. Кедр гималайский. Укутывала его эту зиму опять лапником. Перезимовал он хорошо. Это плакучая ель сербская. У тиса пошли приросты. Мое неваки из обычной голубой ели. Я сделала 4 тарелочки с нее. Сосна черная. Каменный городок. Тюльпаны уже после дождя отцветают. Это у меня полные тюльпаны. Цуга. Дендрофарма Gold. Ель Соня. Можжевельник. Шаровидные сосны. Пихта тундра. Майголд. Ситхинская миджет. Сосна мини-мопс. Такие сейчас пыльнички у Нигиши. Красные. Нигишу уже 2 зимы я не закрываю, не притеняю. Поначалу делала первый год пихту сплэдер, голден сплэдер. Тоже не укрыла. И она чудесно перезимовала. Хотя по параметрам она не должна зимовать у нас в Украине. Но в этом году больше, чем минус 16 у нас не было. Сосна помело. Сейчас так красиво смотрится Швери на Вифрост.
Сосна Швелина, Вихруст. У нее с каждым годом хвоя удлиняется и потом свисает. Первые года у нее так они более короче, потом становятся длиннее. Кипарисовик Бульвар. Каждый год он осенью внутри хвою отсушивает. И потом они внутри опять начинают зарастать. Тоже первую зиму я его не притеняла с солнечной стороны. Неваки мое из казахского можжевельника. Гуакасу, мелкоцветковая сосна. Здесь флокс шиловидный. Скоро уже отцветет яблоня. Грушки уже практически отцвели. Где-нигде там остались цветы. Очень красиво смотрится сдалека мое неваки из сосны Паласа. В этом году на плакучей сосне моей сербской тоже вот такие красные шишечки. Сосна Фрогбур. В этом году даже Зизифус пошел в апреле вместо мая. Этот год аномальный у нас. Тут внизу у нас мускари, там хосты. Тут почва покровная, цветы, абриета. Самосейки салатной травы здесь. Черная малина. И уже отцветают мои тюльпанчики. Они на пионы похожи, такие красивые. Уже неделю так цветут. Скоро зацветет мой рододендрон. Такой еще тут тюльпанчик. Тут растет у меня хурма. И мы немножко поубирали вокруг нее розы, потому что уже хурма выросла очень большая. И розы начали страдать. Мы купили новую дачу, новый участок. И я пересаживаю много растений туда. И хвойных, и роз. Я уже пересадила около 40 кустов роз туда. Так, мой хвойный участок. Это у меня покупалась хурма как эйц, но она оказалась восточной хурмой. У восточной хурмы блестящие листики, и зимует она очень плохо у нас. Но я приспособилась, я уже 2 года ее обматываю лапником, и она у меня живет. Заплодоносит или нет, посмотрим, но во всяком случае растет. Так, тут можжевельник. На этой я красных шишечек не вижу. Там растет черная малина. Зеленая ель европейская. Они всегда идут позже, чем обычные елки голубые. Яблони цветут. В прошлом году уже попробовали инжир свой. Это желтый инжир. Название сорта я не знаю. Инжир привезен с Крыма. В яме накрываем листами шифера. И так он у нас зимует. Груша
лиственница сейчас с такими шишками красными. Очень много шишек в этом году и пыльников на ней. Она уже, наверное, 8 метров. Очень большая уже за эти года выросла. Фундуки краснолистные. Здесь яблони цветут, пчелки летают. Яблони здесь скоро поцветают. Три краснолистных фундука и 2 барселонских. Барселонский в прошлом году уже дал штук 20 орешков, уже попробовали. Малинник. Выращенные из семян азимины 2 штучки здесь растет. А это растут привитые азимины. На этой 4, я смотрела, цветка. По-моему, даже 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вчера видела, что лазили мухи. Может и получится опылить. Вообще, в прошлом году пробовала опылять я их кисточкой. На этом очень много цветков. И на этом много цветов. В прошлом году завязали плоды, но все-таки потом осыпались. Здесь посажен у меня лук. Там виноград. Это все были опоры для винограда. Убрали. 6 рядов винограда было. Убрали, потому что сильно густо, и он постоянно всякими заболеваниями поражался, поэтому убрали. Эта хурма у меня покупалась как дар Софиевке. И надеюсь, в этом году должны у нее плоды успеть вызреть. В прошлом году они не успели, в этом году вот так в каждом пазухе видно, что цветочки есть. Посмотрим. Очень много в каждом пазухе вот таких цветов. В прошлом году мороз прошелся, они замерзли и были тертки такие невкусные. Маленький участок здесь у меня клубники. Этот плакучий кипарисовик. Он должен быть более желтый. Тут он прикрывается забором, поэтому немножко там ближе к забору он зеленей. В этом году будет очень много малины. Не малины, а смородины. Смородина очень хорошо разрослась. Пихта. Вот такие сережки. Смородины. По высоте она уже 1,5 метра, даже чуть выше забора. Можжевельники. Тут их 5 штук, по-моему. 2 колоновидных и 3 стелящихся. Пошли уже у них приросты. Поника. Елочки. Туи шаровидный сорт, не знаю. Прислали хвойные на доращивание. Компакт джен. Там смарагд вариегата. Здесь 2 граната. Гранаты прикрывали щитами. И сверху геотекстиль. Тот, что на солнышке, быстрее прогрелся и пошел в рост. Этот немножко запаздывает. Привезенные с Крыма. В
прошлом году уже попробовали. 7 плодов было. Конечно, мало, но попробовала я в этом году их немножко проредить, почистить. Сказали, если загущенность, они тоже сбрасывают. Цветут как букеты целый сезон и сбрасывают эти цветы. Посмотрим. Удобрили, почистили. Посмотрим, что с этого получится. Самшиты сейчас пошли в рост. Такие пышные. Один год на них напала гнилка. Но нам все-таки удалось спасти. Второй куст сильно пострадал. Но вот так более-менее. Ель хупси. Красивая сейчас голдкон. Можжевельник. У него начались эти желтые приросты. Этот кипарисовик, не знаю, пострадал или снег долго не успели убрать, немножко пострадал. Пихта. Можжевельник. Это вариегатный можжевельник. Сейчас даже не вспомню его название. Стрикта вариегата вспомнила. Голден смарагд. Еще компакт джем. Коника. Мелкоцветковая сосна. Пошли в рост. И видно уже, где будут цветы у актинидии. Эрика уже отцвела. Бересклет уже такой большой вырос у нас. Кипарисовик тут немножко вытянула уже манго свои, бананы с теплицы еще не выносила цитрусовые. Это у нас лаврушка, лавровишня. В прошлом году мушмула у меня цвела, пыталась ее вручную опылять, но все-таки она все сбросила. Не получилось вырастить свою мушмулу. Рододендрон. Там еще один бересклет. Тут розы, гибискусы. Сосна кедровая корейская, она немножко пострадала от личинок майского жука, ну, выжила. Тут у меня много растений из-за них попропадало. Теперь геотексиль, и растения тут растут и не пропадают. Это тис брала как шаровидный, ну, непонятно, шаровидный это или нет. На штамбе ель сербская. Пылотижин. Шаровидная туя Мириам. Это, по-моему, Golden Carpet можжевельник. Так. Ель Rainbows. Ель Frogbur плакучая. Можжевельники.
этот Ice Bloom. Там еще у нас три можжевельника. Вариегата, казацкий вариегата. Так, гибискус. За гибискусом глициния. Сейчас такие красавцы вышли из земли. Хоста Либерти. А это Блу Ивари. Сейчас так выглядит мой розарий. В прошлом году я не подсыпала торф в лунки под него, потому что когда с торфом подсыпаешь в лунки, потом на камнях растет очень много бурьяна, поэтому некоторые розы поподмерзали. Но в основном все перезимовали неплохо. Ну, из-за торфа очень много потом вот так вот насеивается всякого бурьяна. И приходится тяжело его выбирать, потому что очень густо здесь розы, они уже высокие. Ну, в принципе, перезимовали хорошо. Минус 16 как бы для них нормально было. Яблонь, малинник. И тут некоторые у меня хосты. Еще такие вот хосты. Некоторые только начинают идти в рост, некоторые уже растут. На этом все. Всем до свидания. Буду заканчивать свое видео.